Аракеляна Ларионова, Ольга Савишна. У меня три поколения воевали, три поколения военных. Два дяди, мамин брат и папин брат, пропали без вести во время Великой Отечественной. Один мамин брат и один папин брат погибли во время Великой Отечественной. Один брат 15 лет попал в плен, его услали в Германию, потом вернулся, когда служил в советской армии. Папа воевал, под Сталинградом был ранен. У сестры муж был военный, полковник запаса. Его отец, еще когда он не родился, погиб во время Великой Отечественной. Ну вот. С праздником Победы! С праздником Победы! Будем помнить всех мертвых и живых, которые остались. Как говорил Роберт Рождественский, это нужно не мертвым, это нужно живым. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Прекрасные розы. Вы их возложите к вечному огню? Да. С праздником еще раз. Целый день.